Республиканский фестиваль науки прошел в Центре развития талантов «Альтаир». Его участниками стали более 270 школьников и педагогов республики в онлайн и офлайн режиме. Химические исследования и эксперименты участникам фестиваля продемонстрировали опытный лаборант центра Светлана Джамалова и ее воспитанники. Также в рамках мероприятия состоялась работа площадки 28-й научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», на котором школьники презентовали свои проекты. В итоге победители и призеры конкурса были награждены почетными дипломами, а все участники фестиваля – памятными подарками. Все талантливые ребята, которые работают и пишут проекты в направлении информационных технологий, технического направления, талантливые математики, все сегодня на площадках «Альтаира». Мы их приветствуем и желаем успеха.